Итак, ответы на вопросы. У нас вопрос в следующем. Где выводится название приложения, то, которое мы увидим на, под иконкой на экране айфона? Очень просто. Вот у меня открыт тут тестовый мой проект. Заходим в сам проект, в таргетах выбираем его, и вот там, где display name, вписываем наше название. Очень просто.